Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Вильнюсе прошла встреча посла Украины Валерия Жавтенко и министра транспорта Литвы Гримантаса Синкевичуса. Украинская сторона просила передать неиспользуемые Литвой электропоезда и тепловозы. Синкевичус отметил, такая возможность сейчас обсуждается в профильном ведомстве, и добавил, Украина важный для Литвы партнер в транспортной сфере. Отмечу, поезда нашей стране нужны из-за нехватки на основных линиях пригородных электричек и локомотивов, большинство из которых литовского производства. Украина может отказаться от импорта электроэнергии из России в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик. Напомню, поставки начались в конце прошлого года в связи с дефицитом в собственной энергосистеме. Чиновник отметил, ведомство разрабатывает проект прогнозного баланса электроэнергии на текущий год. В нем импорт не предусмотрен. В то же время Светелик не исключил, что в случае форс-мажора импорт электроэнергии все же будет осуществляться. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил силовым ведомствам усилить меры безопасности перед майскими выходными. Ситуація в країні проста, і тому захист і безпека громадян, боротьба з будь-якими проявами тероризму і сепаратизму і превентивна робота по тому, щоб не допустити жодних провокацій, жодного загострення ситуації перед травневими святами. Немає сумнівів, що антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації. В першу чергу Міністерство внутрішніх справ разом з всією правоохоронною системою під особливий контроль в кожній області. В Гааге обсуждают киберпространство и кибербезопасность. Дилеммы и трудности, связанные с эволюцией интернета, рассматривают представители 160 стран. Предполагается, что киберпреступность стоила мировой экономике 400 миллиардов долларов. Подробности в следующем материале. Интернет изменил мир и продолжает влиять на будущее. Он – площадка для инноваций и информации. Но у всемирной сети есть и темная сторона. Именно негативные аспекты решили обсудить министры. Предположительный ежегодный ущерб от киберпреступности для мировой экономики составляет 400 миллиардов долларов. На кону стоит многое. Мы должны инвестировать в безопасность, чтобы законопослушные пользователи получили пользу. За последние месяцы произошло несколько громких случаев крупного похищения у компаний персональных данных клиентов в разных секторах экономики. На прошлой неделе хакеры совершили атаку на французский телеканал. Позже ответственность за это взяла группа лиц, объявившая о поддержке ИГИЛ. Международная борьба с терроризмом занимает большую часть дебатов о проблемах киберпространства. Дилемма в том, как защитить права на приватность. Есть лучшие инструменты, кроме как требовать ключ от моего дома, чтобы туда заходить в любое время только потому, что там может быть террорист. Конечно, полиции и разведке нужны хорошие инструменты, но никогда в ущерб приватности обычных пользователей. Акции фирм по кибербезопасности в последние месяцы становятся все дороже. Компании тратят больше денег на защиту своих компьютерных сетей. Ожидается, что в нынешнем году мировые расходы на борьбу против киберпреступности возрастут на 8% и составят 77 миллиардов долларов. Половина россиян сократила расходы на продукты и бытовую химию. Граждан вынудил сделать это резкий рост цен. Об этом свидетельствуют данные опроса международной аналитической компании «Нильсен». Рост цен заметили все респонденты. 77% опрошенных отмечают. Стоимость товара в первом квартале этого года выросла на треть по сравнению с декабрем 2014-го. Чаще всего респонденты жаловались на значительное подорожание сыров, овощей и фруктов, мяса и птицы. Россияне все чаще стали отказываться от покупки чипсов и других снеков, шоколада, сока, фруктов и овощей, мясной и молочной продукции, премиального алкоголя. Что касается непродовольственных категорий, то наибольшее число граждан России отказываются от покупок чистящих средств для дома и стирки одежды.
Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире.